Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Вас приветствует спортивный магазин «Головиво», который располагается в Киеве на бульваре Перова, 24. Ваше внимание сегодня на обозрение предоставляется велосипед от торговой марки VNC. Модель называется Fitter A3. Это велосипед с размером колеса 24 дюйма, рама алюминиевая, весит велосипед 14 килограмм, количество передач 3 на 7, задняя подножка есть впереди, сзади тоже крылья есть. И вообще это велосипед для подростков на возраст от 8 до 14 лет. На таком велосипеде можно кататься по пересеченной местности, по городу, всем будет комфортно. При более детальном описании хочется следующее сказать. Здесь тормозная система дисковая. Такие вещи подростки любят. Детям нравится кататься на крутых великах. И такая тормозная система добавляет крутизны самого велосипеда. Передняя покрышка, как и задняя, имеет шипованную хорошую такой протектор, который хорошо будет держать по пересеченной местности. Вилка здесь самая простенькая, 70 мм. Но и не надо довольно-таки более дорогих вилок для подростков. У них не такой большой вес. Достаточно и такой вилки. Здесь стоит хорошая рулевая с полуинтегрированными подшипниками. Здесь ненасыпные стоят подшипники, а хорошие спрятанные в обойму подшипники. Рулевая уверенная такая, хороший вынос руля, облегченная часть выноса руля, который крепит сам руль. Руль дутый, как мы видим, гидроформированный. По центру более толстый, по корям расходится. Это делает комфорт велосипедного руля. Он легче и надежнее. Тормозные ручки совмещены с переключателями, называются моноблоки. Слева моноблок на 3 передачи от торговой марки Shimano. Справа моноблок на 7 передач. Это совмещена ручка и переключатель от торговой марки Shimano. Велосипед имеет шатун 170 мм с соотношением зубьев 22, 32, 42 и защитный щиток, что любят очень много, но очень многие любят такой щиток. Передний переключатель с верхней подводкой от торговой марки Shimano. Это хороший, надежный, качественный переключатель. Задний турне. Это переключатель на 7 передач. Также хочу отметить, здесь стоит петух, который делает безопасным саму раму. Если какие-то вопросы возникают с переключателем, ударит ребенка, то просто петух меняется, и дальше можно эксплуатировать велосипед. Обод здесь стоит хороший, уверенный, тут двойные стены. Это алюминиевый, надежный, хороший обод. Велосипед комплектуется камерой под автомобильный ниппель. Легко будет накачать любому ребенку, приехав на автозаправку еще, или еще подойдя к автомобилисту любому. Данный велосипед легко накачивается. Педали здесь идут алюминиевые, легкие. Ну, как вы видите, пластиковый щиток спереди и сзади. И регулируемый подседел. Седло легко можно будет поднимать и опускать в зависимости от того, кто будет кататься. Повторюсь, данный велосипед алюминиевый, весит он 14 килограмм, продается в киевском спортивном магазине на бульваре Перова. Если вас заинтересовал данный велосипед для подростков, велосипед с размером колеса 24 дюйма, обращайтесь в наш киевский спортивный магазин. Ну, также забыл сказать, что здесь есть еще велосипед от подростков. Легко можно поставить велосипед. Ну, можно сказать, комплектный, полностью комплектный велосипед. Обращайтесь в наш магазин, приходите, смотрите, выбирайте. Если заинтересовал наш видеообзор, не забывайте, подписывайтесь на наши видеообзоры. Мы всегда рады нашим постоянным клиентам. Если вас интересует скидка, звоните, мы вам готовы пойти навстречу. До свидания.